Пополнение в автопарке МЧС. Сегодня им вручили 20 единиц новой техники. Ключи от пожарных автомобилей торжественно передал премьер Алексей Песошин. Напомним, ранее президент России поставил задачу повысить мобильность экстренных служб МЧС по всей стране. В Казань сегодня вернулись участники торжественного приема по случаю празднования Дня Героев Отечества с участием Владимира Путина. Татарстан в Кремле представляли герой Советского Союза Борис Кузнецов и герой России Александр Супонинский. Поезд Москва-Казань. На железнодорожном вокзале встречали их родственники и молодежь. В Казани стартовали продажи билетов на спектакли 36-го Шаляпинского фестиваля. Указ был ажиотаж. Фестиваль пройдет с 1 по 22 февраля на сцене оперного театра и посвятят его 145-летию со дня рождения великого баса. We'll be right back.